Надо спросить администратора за стойкой. Может, есть еще свободные комнаты? Еле на ногах стою. Мне нужно поспать. Надо спросить администратора за... К нашему сожалению, до сих пор не поступило никаких вестей о десятилетнем Шоне Марсе, пропавшем на... Теперь у полиции не осталось сомнений, что мальчик стал очередной жертвой мастера оригами. Если это действительно так, то... Здравствуйте, милая. Так как этот маньяк... Чем я могу вам помочь? Через 3-5 дней... Мне нужен номер. Конечно, для вас? Время почти что угодно. И полиция бросила все силы на поиск. Заполните анкету. Мэдисон Пейдж, 27 лет, одноместный. Сколько у нас пробудете, мисс Пейдж? Пока не знаю. Номер 201. Верхний этаж, лестница во дворе направо. Спасибо. Совершенно не за что. Это уж точно. Комната 201. По лестнице направо, верхний этаж. Надеюсь, у этого отвратительного человека нет второго ключа от моего номера. Меня от одного взгляда на него холодный пот прошибает. Эй, вам нехорошо? Я вызову скорую. Не звоните. Вы ранены, вам нужна помощь. Помогите мне дойти до комнаты. Номер 207. Ему, похоже, крепко достало. Ключ у вас есть? Почему он не хочет обратиться в больницу? Ему плохо. Я же не могу просто бросить его и уйти. В конце концов, это не мое дело. Лучше оставить его здесь и сообщить администратору. Надо сначала помочь ему, а потом уже донимать расспросами. Вы неважно выглядите. Сходите к врачу. Наверное, одно или два ребра сломано. Жить буду. Но как же больно. У вас рана на голове, похоже, глубокая. Никафрен 100, антибиотик, показан при инфекциях. Его раны надо продезинфицировать.
Я продезинфицирую рану. Будет немного щипать. Вот. Теперь не будет заражения. Спасибо. Парафенол, жаропонижающий. Применять только при очень высокой температуре. Паракамол, обезболивающий. Применять при сильной боли. Не принимать больше одной таблетки в сутки. Вот. Примите. Это должно что помочь. Что это? Обезболивающее. Поможет снять боль. На коробке написано принимать один раз в сутки. Думаю, не стоит превышать дозу. Я не могу ждать. На вашем месте я бы отлежалась денек-другой. Я хочу принять душ. Ладно, давайте помогу. Я подожду вас здесь. Крикните, если что. Говорите. Я буду знать, что вы в сознании. Как вас зовут? Мэдисон. Вы живете здесь? Нет, я живу в городе. Я часто страдаю бессонницей. Засыпаю только в отелях. Не спрашивайте, почему. Когда совсем устаю, то обычно прихожу спать сюда. А я... Я здесь проездом. А чем вы занимаетесь, Мэдисон? Кроме заботы о страждущих. Я фотографирую. Занимаюсь съемкой интерьеров для модных журналов. А вы? Я архитектор. Спасибо вам. Мне уже гораздо лучше. Ну, мне, наверное, пора. Кстати, вы не представились. Итан. Поправляйтесь, Итан. Коробка. Надо развернуть еще одну фигурку оригами. Не знаю, почему она помогла мне. Надеюсь, она меня не выдаст. У меня мало времени. Надо найти сына, пока еще не поздно. Боль не проходит, но на отдых времени нет. Я так хочу пить.